Вон, отличная вакансия — грузчик. Да какой грузчик? Лучший силач в цирк. Представление, там шоу, представляешь? Да и стройка есть. Какой цирк? Какой из меня циркач? Что я там делать буду? Там, я не знаю, шоу показывать, там всякие огромные предметы поднимать, а? Ой. Ребят, представляете, я самому сильному человеку в мире нашла самую классную работу в мире. Быть силачом в цирке. Ну это нереально классно. Ну напишите в комментариях, ну скажите ему, что ему эта работа подойдет больше, чем грузчик там или на стройке работать. Мне проще поднять что-нибудь тяжелое. Что так я буду делать? Так ты там будешь на сцене показывать представление, поднимать гантели, еще что-то. Короче, все, давай, пошли. Так, это... Эй, ладно. Так, ты... Так, что-то я забыл. Все, ладно. Итак, дорогие зрители, не хочу. Но опять эти дети придут, но опять их вот это веселить, вот эти улыбки, ну вот это... Ладно, делать нечего. Так, спокойно. Я самый лучший клоун. Я самый лучший в этом цирке. Все здесь держится только на мне, только на мне. Все только на мне. Здрасте. Что за дурак? Не знаю. Никого нет! Вы кто такие вообще? Нам это... Мы к директору пришли. Нам тут вроде как главный нужен. Директору цирка. А зачем он вам нужен? На собеседование вот силач пришел. Не хочу я сюда устраиваться. Все в порядке, все нормально. Такой же дурацкий красный нос носить. Да ты не будешь красный нос носить, ты же силач. Тебе туда дадут какой-нибудь красивый комбинезон. Отлично, и так же оплысеть, как он. Ага. А что за собеседование? Ну, силач пришел, у вас объявление. Требуется силач, выступление на арене, вот. Так, если он придет к нам в цирк выступать, значит, дети меня разлюбят. А, мест нет. Как нет? Я же сама читала, вот тут написано. В цирк требуется силач. Да пойдем, может, отсюда, видишь, точно никто не нужен здесь. Вот и правильно, идите, там, штанги поднимайте, гири бросайте, и что вы там занимаетесь? Нет. Нам нужен директор цирка, чтобы пройти собеседование. Пока мы его не увидим, мы отсюда не уйдем. Да. Совсем забыл. Это же я давал объявление. Меня за мои клоунские заслуги назначили директором цирка. Чего? Тебя? Ты как-то не похож на директора. За что? Ты в цирке хотя бы раз директора видел? Ну... То-то. Ну там цилиндр, костюмчик красивый, а не клоунские вещи и нос красный. Зубы мне не заговаривайте. Вы собеседование проходить будете или нет? Нет. Да, и еще раз да. Не слушай, он просто стесняется. Я никого не стесняюсь. Одну секундочку. Никуда не уходите. Не, ну он вообще на директора, если честно, не похож. Он на какого-то сумасшедшего клоуна больше тянет. Ну, ему там шутки, там фокусы показывают, не цирком-то управлять. Вот и я про то же, поэтому давай пойдем. Нет, он же сказал, подождите, значит, стоим и ждем. Так это что ж получается? Они ищут нового выступающего, они берут силача, это значит, что я больше не нужен? Нет, он ничего не получит. Я ему такое собеседование устрою. Что за смех был? Максим, спокойно. Это цирк, это клоун так смеется. Вдох, выдох. Та-та-та. А зачем весы? Я много вешу. Это не весы, это силомер. Сейчас посмотрим, настоящий ты силач или так. Ты чего? Ты посмотри на него. Он там цепи рвал, балки гнул. Он самый сильный в мире. У меня рука больше твоей головы. Да, больше. И сильнее. А это еще ничего не значит, вообще не факт. Отдай. На них ты должен нажать кулаком как можно сильнее. И мы все посмотрим. Они лопнут. Ну попробуй. Так, 71. Угу. Ой, каши сегодня мало, ел немного, не в форме. А, смотри. А? Опа. И дал 79 килограмм. Вот что значит сила. Чуть-чуть больше моего кулака весишь. Да это читерство, это не проверка. Это вообще как называется-то? Ничего не знаю. Он кулаком давил? Давил. Я кулаком давил? Давил. Такие условия собеседования. Мы читеров не любим. Да-да, не любим, особенно он.
То-то же. Возмутительно. Вы не прошли собеседование, нет. И вообще, дуть на директора на первой же встрече, ну это... Стоп. Давайте, миритесь, нам надо собеседование пройти. Миру, дружба, жвачка, все. Продолжаем собеседование. Но я же тебе четко сказал. Ну дайте ему... не проходит. Еще один шанс. Ладно, один шанс. Один. Ждите. Максим, пожалуйста, не нервничай, не срывайся. Ну подумаешь, там чокнутый какой-то. Тебе нужно пройти это собеседование. Представляешь, на арене. И работать с чокнутым. Может, его уволят к тому времени. И я буду директором цирка? Почему бы нет? Вполне себе и силач, и директор. К тому же цирк поднимешь. Так, а вот и наше следующее задание для собеседования. Держи. Тебе нужно с одного удара разбить вот этим вот топориком этот кирпич. Ты издеваешься вот этим пластиковым топориком сломать настоящий кирпич? Ты сможешь, я в тебя верю. Кулачки держу. Ну, ты ж силач, а предмет у нас вот цирковые. Вот чем пользуемся, тем и проверяем. Давай. Что-то крепкий кирпич какой-то. А, нет, все равно не считается. Задание было разломать топором с одного удара. Ты не справился. Блин, запарил. Спокойно. Вот, смотрите, такой же кирпич, даже крепче. А красный, потому что под пиджак. Вот, голыми руками разорву. И не нужно мне ни топоров, ничего. Что-то он в воздухе как-то долго летал. Кирпичи так не летают. А ты что делаешь? Да это губка для мытья машин. Слушай, давай нам нормальное задание для собеседования, а не какую-то фигню, а? Слушай, вонючий. Ну, нормальный так нормальный. Сейчас. Собеседование какое-то странное, клоун какой-то странный. Это он сумасшедший. И где этот клоун, а? Так, а вот и следующее задание. На, попробуй раздавить. Ладно, у тебя не получилось. Попробуй ты. Все же знают, что сырое яйцо невозможно раздавить в руке. Ничего никто не знает. Вот смотри, такое же яйцо, обычное. Подожди, а где вот эта вот жидкость, желток, белок? У меня просто левая слабее правой. Вот у него есть желток-белок, а у тебя ни того, ни другого, одна скорлупа. По-моему, он просто трубочкой белок с желтком съел, а с пустую скорлупу. Короче, читер. Да, и нас надуть хочет. Фокус не удался. Максим, тихо, спокойно. Вдох, выдох. Ну, подумаешь, дурачок попался. Вдох, выдох. Перевели, яйцо съесть можно было. На, съешь мое. Пойду. Победа. Ой, вкусно, жалко мало. Че, я там прошел собеседование? Не знаю, вот стою, жду, пока он придет со следующим заданием. Вот он тормоз, а. А вот и следующее задание. Держи. Зачем нам тетрадки? Мы будем записывать конспекты, как правильно себя вести на арене в цирке или я что? Я писать не умею. У меня двойка по-русскому была. Все гораздо проще и для тебя, и для тебя. Тогда... Задача – разорвать эту тетрадку. Ну, порвать ее, короче говоря. Ничего себе. Ребят, вы только посмотрите, это толстенная тетрадка. И нам ее надо разорвать пополам, ты издеваешься. Не вам, да, а ему. А давай ты сначала покажешь, как надо, а мы посмотрим и сделаем по твоему примеру. Так. Кто из нас на собеседование пришел, я или вы? Мы пришли. Максим, все, давай, хватит уже ныть и собери всю волю в кулак и разорви эту тетрадь. Вот, порвали пополам, как ты говорил. Ой, да так и я могу. Нам силач нужен или новый клоун? Извини, место клоуна занято, так что вы не проходите. Должно же быть еще какое-нибудь задание. Ты не видишь, он издевается? Все знают, что суслоев невозможно порвать. Но разве что 80. Ну, пожалуйста, ну еще одну задание. Пожалуйста. Какие это не люблю. Отойди от меня. Дети. Ладно, хорошо. Еще одно задание. Видишь, если его попросить хорошенько, он соглашается. Надо сделать вот такую
глупую моську, он согласится. Глупые моськи сама делай. Я сюда вроде как на работу пришел устраиваться нормально. Ну вот сейчас он даст нормальное задание, ты выполнишь, он тебя примет, потом его уволят, и ты станешь и директором, и силачом. Ну, если будут хорошо платить, можно попробовать. На, сам неси. Куда нести? Сюда. Дай дышаться. Что делать? Следующее задание. Ага. Тебе нужно продержать вот этот мешок на вытянутой руке дольше, чем я продержу вот этот. Заметь, мой даже больше, так что тебе попроще будет. Когда начинать? Давай вот сейчас вот. Раз, два, три. 10 килограмм, 20, 30. Сдавайся, ты все равно проиграешь. У тебя ничего не выйдет. Максим, не слушай его, не слушай. Ты пройдешь. Вспомни, о чем мы там говорили. Нет, ее не слушай. Я твой друг, Клоу. Какой-то скользкий, блин. Ага! Фу. Ай, ай. Не прошел. До свидания. Что-то у меня, походу, прям кирпичи звук какой-то был. А вот что-то от его мешка я звук вообще не услышал. Максим, у нас дури, там шарики? Нет там никаких шариков. Вы ничего не докажете. То есть он себе взял шарики, а нам кирпичи? Слушай, а может это такой тест собеседования на стрессоустойчивость? А это все-таки цирк, там выступления, дети, нервы. Может он проверял тебя на стрессоустойчивость, а? Ты знаешь, я чувствую, не пройду это собеседование, потому что следующим лопнет не шарик, а он. Мы готовы к следующему нормальному испытанию, без всяких твоих там шуточек и так далее. Нет, не готовы. Готовы! Хватит нервничать, стесняться и все. Готовы! А, так вы готовы. Ну, сейчас вам будет еще одно задание. Сейчас. Я надеюсь, что он нормальное нам задание подготовил. Нормальное. И ты его не лопнешь, как шарик. И не надо на него вот это вот свое, вот это вот начинать. Ай, ну где же они? У меня, между прочим, свои дела тоже есть, помимо них. Мы тебя тут ходим, ищем, ты куда делся? А я вам новое задание приготовил. Ну как вам? Тебе. Что за задание? Диван видишь? Вижу. Канат видишь? Вижу. Тебе нужно этот диван протянуть, ну, там, не знаю, ну, хотя бы пару метров. Он тяжеленький, как раз для тебя. Давай. Тоже мне задание. Проще простого. Одной рукой. А, стоп. Я понял, хорошо. Усложним. Давай. Стоп, подожди. Девочка, садись-ка. Ножки подними. Давай. Ладно. Достаточно. Мне все понятно. Что тебе понятно? Но он же выполнил задание. Значит, ты его должен принять на работу. Он что, зря старался? Нет, я его уже сама хочу лопнуть, как шарик. Так, ладно. А теперь задание. А это что, не задание было? Да я этого клоуна, блин. Да тихо, спокойно. Не надо реагировать на его провокацию. Ну видно же, что дурачок. Это было не задание. Это была просто перестановка мебели. Ну, нужно же как-то обновлять интерьер там. А вот это вот уже задание. Ваша задача. Вытянуть у меня из рук по веревке. И все? Да. Проще простого вообще. Держи. Слушай, Макс, мне кажется, что что-то тут нечисто. Если бы у него были веревки в руке, мы бы давно уже вытянули, особенно ты. Слушай, давай попробую я отпустить свою веревку, а ты просто потянешь, а? Ха, легко. Видите, кто здесь настоящий силач? Что-то тут непонятное. Почему я тяну и притягиваю тебя? Не надо. Все, вы не справились. Отпускаем веревки. Я так просто не сдамся. Не, отпускай, говорю. Не, отпущу. Ну и ладно, вы ничего не докажете. Это что сейчас было-то, а? По-моему, это читерство. Я тянул тебя. Хорошо, что я не сильно тянул. Это не читерство. Это просто клоун. Этим все сказано. Клоун жулик. Так я не понял, меня взяли на работу или нет? Нет, вас на работу не берем. Уходите. Тихо, спокойно. Вдох, выдох, что я тебе говорила? На дурачков внимания не обращаем. Вдох, выдох. Ну где этот клоун, а? Так, а вы что здесь делаете? Я же сказал, вам отказано. До свидания. В смысле до свидания? Мы же собеседование проходили. Ах, вот ты где.
Ты почему билеты не раздаешь? Цирк наполовину пустой, зрителей нету. Почему ты здесь? Что ты здесь делаешь? Вы простите, кто? Я-то директор цирка. А вы, наверное, силач. На вакансию силача. Я правильно понимаю? Он у нас собеседование принимал, он же директор цирка. Ах, директор. Я, да, пойду билеты раздам. Шоу же у нас. Обожаю шоу, обожаю детей. Нет. Это наш штатный клоун. Ну, раз вы пришли на собеседование, то, думаю, нам пора поговорить. Я лучше на стройку. Он ща, он собеседование обязательно пройдет. Ща, Максим, собеседование, директор. Я думаю, вы приняты. Лучше грузчиком или на стройку. Хватит с вас. Куда же вы? Нам так нужен силач.